Накануне в Екатеринбурге нарисовалась очередная зарисовка из серии «Так пить нельзя». Высадка человека на Луну собрала, конечно, побольше просмотров, но критики под ней было явно меньше. Лунатик образовался в салоне трамвая, когда он еще был способен самостоятельно более-менее передвигаться. Решив, видимо, что на этом цель достигнута, организм его субботним вечером расслабился. И когда кондукторша предложила добровольно оплатить проезд, ответ был уже никаким. Если вкратце, то пассажир отказался обелечиваться. Понятно, что с таким подходом к вопросу далеко не уедешь. Он и не уехал далеко, только до следующей остановки. Тут к кондукторше подключился волонтер-пассажир, и, говорят, даже он по большей части выгнал бухого зайца из вагона. Казалось бы, инцидент исчерпан, но экипаж заметил, что клиент, только что прикидывавшийся мертвецки пьяным, как-то оживился, и как-то нехорошо оживился, не в том направлении. Пресечь поползновение высаженца в сторону рельсов пошли и вагоновожатая, и вагонопродавщица. В принципе, броситься под трамвай неожиданно у него было столько же шансов, сколько у Анны Карениной, будь она черепахой со сложной семейной обстановкой. Тем не менее, люди в оранжевых жилетах побеспокоились о безопасности дорожного движения и тело оттеснили подальше от стальной магистрали. Оно в тот момент, несмотря на освежающий воздух января на Урале, признаки жизни подавало неубедительно. Собственно, этот момент и вызвал некоторое бурление умов аудитории. Кое-кто посчитал неправильным такое оставление организма без присмотра.